Подозреваемый в убийстве 5 человек в торговом центре американского Берлингтона задержан правоохранительными органами США. Сообщается, что это 20-летний выходец из Турции. Он проживал в небольшом городе Оук-Харбор. Как уточнил представитель полиции, в 7:30 утра по местному времени подозреваемый был взят под стражу. Его зовут Аркан Читин. В пятницу вечером мужчина открыл стрельбу в супермаркете Берлингтона, штат Вашингтон, после чего скрылся с места происшествия. Жертвами злоумышленника стали 3 женщины, девочка и мужчина. Последний скончался в больнице от полученных ранений. На данный момент полиция полагает, что нападавший действовал в одиночку. Правоохранительные органы заявляют, что пока рано делать выводы о террористической подоплеке произошедшего.